Всем привет, друзья, меня зовут Артём, сегодня поиграем в Short Life, в игру легенду, в игру, с которой начался мой путь ютубера. Я тогда еще был довольно юн, довольно молод и не знал, с чего вообще, что снимать, что вообще здесь делают люди на ютубе. Мой выбор пал на Short Life. Это был очень плохой выбор. Мне пришлось удалить все мои выпуски, потому что у меня тогда была лагающая вебка, у меня были проблемы с авторскими правами, я тогда любил вставлять очень много музыки в свои видеоролики, и из-за этого у меня были серьезные проблемы с моими видяхами. Мы сегодня это дело исправляем! Я не знаю, что это меня так дернуло начать записывать Short Life. Вроде бы игра старая, игра никому не нужная, но это большая память для меня! Игра, кстати-то говоря, довольно коротка, поэтому я думаю, мы уложимся, наверное, где-то в два выпуска, то есть особо долго мы здесь мучиться, париться не будем. Блять, звезду не сделал! Бомж Евгений, бери звезду! Я, кстати, тогда еще записывал вместе с Джо, если вы понимаете, о чем я говорю. Ставьте лайк, если вы помните Джо, окей. Я не знаю, куда он исчез, может быть, он еще объявится, хрен его знает. Он такой, знаете, такой парень. Любит исчезать временами. Чудесно! Временной бонус, очки, заебись! Так, левел 1 комплит, а нам, по-моему, даже новых героев давать здесь, нет? А, вам нужно 8 звезд, блять, за нового героя. Да ладно, мы так будем играть за бомжа Евгения. Давайте тогда на второй левел перейдем. Что нас ждет здесь, я уже даже и не помню. Так, у нас, кстати, мы должны идти на время. У нас здесь есть время, пацаны. А я его никогда не замечал. Так, ебанутый сосед, это я помню. Его можно перебить, но я этого не смог сделать, блять. Мы живы еще, у нас есть руки. Ебо, если у вас нет ног, у вас есть руки. Запомните этот момент. Он очень бредовый, но запомните. Я теперь не могу взять звезду, нам придется убиваться, блядь. Ебанутый сосед, ты что делаешь в своей квартире? Слышь? Зачем ты пилишь потолок? Стоп, какой стоп? Смотрите, блядь, он... Живем, пацаны, живем, все в порядке. У нас есть одна нога. Если у вас есть одна нога... Да что ты делаешь-то, слышь, бомж Евгений? Вставай как пес, ползи как пес. Ты сможешь выжить, я в тебя верю. Что он, блядь, делает? Я не смогу подняться по этим лестникам. Слышь, давай поднимайся, блядь. Что ты делаешь? Что с ним? Что с ним? Мне нужно перезапускать. Дубль 2, пацаны, дубль 2. Сейчас все будет нормально. Сейчас все будет в порядке. Нужно отойти в этот момент. И все будет найс. Все будет заебись. Давай, бомж Евгений. Мы сделаем это. Это все хуйня, колотушка. Это... Сядьте. Ебу я прищел, я смог прищесть. Пушка, иди нахуй. Это мы все обойдем, это мы все сделаем. И все у нас будет заебись. Этот путь. Какой этот путь? Я не могу встать из-за ебаной канистры. Уберите ту... Это мусорка. Мусорка мешает мне. Блять, он упал. Куда ты падаешь, бомж Евгений? Бомж Евгений, не падай, блять. Там стул. Зачем здесь стул, кстати? Я всегда этим задавался вопросом. Что это за стул? Объясните мне, зачем он здесь нужен? Хуй с ним. А нужно идти дальше. Что это такое-то? Ловушка. Ебой звезда. Нет. Мы не взяли одну звезду. Нужно переигрывать. Опа. Да ладно, мы взяли все звезды. Я не знаю, как у меня это получилось, но это как-то сделал, блядь. Нам нужно еще две звезды, и мы получим охуительный костюм. Левел 3, окей. Так, что это? Это лес. Я вижу леса. Это хорошее место. Я люблю гулять на природе. Лифт. Да, ебой, он нас поднимает. Вот это нихуя себе. Неожиданно, да? Нежданчик. Этот путь... А, там звезда! Там звезда, в смысле? Там была звезда. Я совершил ту же ошибку, что я совершал и год назад. Я научен предыдущим опытом. Нужно сначала взять звезду, потом уже идти дальше. Чтобы не проебать ее, нужно подождать. Так, ну-ка, ну-ка. Опа, бери, все, гад. А там пилы, блядь, там видите, там еще пилы наверху. Там были пилы, блядь, пилы, ооо, сука. Так, стойте, а почему у меня... У меня и сюда можно идти? И вниз? А как это объясняется вообще? Почему здесь была звезда? А что за путь вниз тогда? Может быть, у меня там еще одна где-то была? Это что за небало такое, слушайте? Вы меня обманываете? Мне нужно было идти вниз, да? Точно, точно, точно. Пила, это все хуйня, для кого это сделано вообще? Реально, это же изи! Изи, блядь! Давай, бомж Евгений, топи, как бомж Евгений. Давай, поехали. Что, почему здесь спиленные деревья? Ебой, мы взяли все звезды. Мы взяли самое главное, выжить сейчас. Это опять лифт с наебаловым, да? Это лифт с нами... Да я уверен, ну как же иначе, это быть не может по-другому. Опа, хуя, перепрыгнем, все готово. Да, это финиш! Да ладно, а что там быстро-то, блядь? Мы уже на четвертом левеле со всеми звездами. Это что за вообще? Это как это вообще? Это что? Но мы теперь можем взять нового героя. У нас есть новый герой. Hero. Это бизнесмен. Это лысый бизнесмен. Пиздец.
Так, лысый бизнесмен, это мы, скорее всего, появились в офисе. Я так думаю, здесь левелы подстроены под каждого персонажа. То есть, после достижения определенного количества звезд, нам открывает уровень тематики следующего персонажа. Окей, здесь нужно тихонечко. Мы взяли звезду, теперь нужно уходить. Так, а почему мы здесь погибли, кстати? Нас взорвали, точно, нас взорвали. Надо обходить эти бочки. Давай, катайся. Стрелы, блядь. Там, а что мне с ним делать? Стоп, какой стоп? А почему они... Они ушли. Они же ушли, это что за хуйня? Почему мы бежим, мы даже вообще без каких... Мы взяли звезду и... Да ладно, как у нас так это получается вообще? Используйте мяч. Давай, бери. Бери, пинай его, слышь, пинай его скорее. Это футболисты, ебать, мы Аршавин. Мы за Аршавина играем только в возрасте, блядь. А что не катится-то? Мяч-то... Мы теперь знаки. Нормас, все... Вот теперь мы точно похожи на русского футболиста. И это нормально. А... Длинный прыжок! Боже мой, только не это, только не длинный прыжок. У меня даже нету ног, бля... А куда мне здесь прыгать, в смысле? Там же даже прыгать некуда, лонг джамп и чего? А, здесь подушки же точно! Здесь же мягкие подушки, да блять, что с тобой? Да давай вставай, нам нужно еще дальше идти. Нам нужно проходить следующий этап, и не надо их пинать, это же подушки, блять! Они тебе этого не простят. Финиш! Ебой! Три звезды! Три звезды, блять! Да, сука! Левел 5. Так, это мы где? Нужно разведать обстановку. Встаньте здесь. А, я помню этот левел, это самый блядский левел. Я помню, как мне эта штука сбивала с ног и уносила куда-то вдаль. Ну-ка, мы выживем? Звезду, мы даже взяли звезду, пацаны, мы взяли звезду. Лайк за звезду. Обязательно лукасик за звезду. Возвращайся. А почему я должен возвращаться? Вот почему я должен был возвращаться назад, блин. Я научен, я туда больше не пойду, мы с вами пойдем вниз. Go back. Нужно слушаться указателей. Я еще тогда, я помню, я не послушался, я пошел по этому ебаному кривой дорожке. Блин, ну что такое-то со мной сегодня? В этой игре самое главное — это идти потихонечку, шаг за шагом, понимаете, шаг за мать его ебаным шагом. Надо каждый миллиметр ощупывать своими пальчиками, чтобы знать, что тебя ждет перед... Да встань ты, ебаный, блядь! Теперь мне придется ждать эти колонны, когда они опустятся. Ну что с тобой не так? Слышишь, что с тобой? Звезда, вон, смотрите, звезда, опа, готова, и мы их обошли! Ебой! А зачем здесь нужна бочка? Это какой-то обман? Что с ним? Что, блядь, с ним такое вообще? Уважаемый бизнесмен, что с вами? Это что за стиль Майкла Джексона? О, смотрите, сейчас надо это тихонечко делать вот так вот. Опа, нет, тихо, вот так вот, опа, готово. Готово, пацаны, готово, три звезды, блядь! Я мастер шорт-лайфа! Левел 6! Опа, гильотина! Слышь, гильотина, я ж тебя вижу! Ты что там прячешься, не надо прятаться! Сейчас мы это быстренько пойдем! Ебой, мы это сделали! Мина, иди нахуй, мина! Я это уже проходил, я это уже видел 100 раз! Я здесь не впервой, понимаешь? Я здесь, блядь, не впервой! Я мастер этой хуйни! Сейчас пройдем все, когда на сейчас все пройдем! Или не сейчас! А почему он живет со стрелой в горле и в голове? Почему он еще живет? Что с тобой? За кого мы играем, это сверхчеловек, блядь? Сверхлюди, они среди нас. Так, бери вот это. Бери вот это, и бочки сейчас взорвутся, да! Они взрываются, когда мы к ним подходим! Это надо запомнить! Так, это все изи, блять, для кого это сделано? Свастика какая-то еще такое. Кто сделал ловушку в виде свастики? Это фашистская игра, нацисты. Нацисты охватили гейминг. Боже мой. Что? Оу май гад, у нас заступил новый персонаж. Кто же у нас там на этот раз? Жирный Тони. Это жирный Тони. Жирный Тони, вы готовы? Сколько у нас здесь левелов? 16 левелов. Ну погнали, жирный Тони, сгоним тебя немножечко жирка. О, какой бодрый начал, смотрите, прямо с бензопилами. Ну по... А, блядь, тихо, Тони! Тони! Стой, Тони! Куда мне налево или направо? Стойте, мне куда вообще? Вот сюда вот, что ли? Тони! Чё там? Там ничего нет. Тони, чё за хуйня? Ты меня банул, Тони, блядь! Налево больше не идем, катаны, налево не идем, налево. Да что такое-то с тобой, блядь? Ты что делаешь, пластина? Она не выдерживает нашего веса, пиздец. О май гад! Слышь, дробилка, как тебе обойти?
Я подгадаю тайминги, я подгадал их! Опа, готово. Вот это меня пугает. Вот это вообще говно какое-то. Вот это какой-то ужас. Это что за стрела, блядь? Это что за щит меня спасает сверху? А ну давай скорее, жирный Тони, спасайся. Чё это такое? Сосок. Я помню эти соски. Это черные соски. Писюшечка, писюшечка, за нее нужно хватать. Да что, блядь, с ним не так-то? Вызывайте экзорциста, что за хуйня с ним? Почему он ездит, блядь, на жопе? Слышь, ты, может быть, встанешь? Жирный Тони. Я, конечно, понимаю, что он устает, но, блядь, не до такой же степени. Жирный Тони роняет хуйню. Она же роняется. Ну! Давай! Я верю в тебя. Ебой! Жирный Тони сделал это. Лайк за жирного Тони. Лайк за что угодно. Просто ставьте лайк. Это поможет активности канала. И обязательно, обязательно ставьте комментарии. Это тоже очень сильно помогает. Жирный Тони, мы почти уже дошли до конца. Жирный Тони, где последняя звезда? Жирный Тони, как у тебя дела? Жирный Тони, бери ебаную звезду! Ебой, мы взяли звезду. Да подожди, не ходи! Не ходи, слышишь, нужно ждать! Я научен, эта игра учит ожиданию. Концентрация — этот путь. Но этот путь так этот путь. Надеюсь, меня не обманули? Да, меня не обманули, это этот путь, точно! Левел 8. Грэб, какой граб? Может быть, это граб? Это черный сосок, какой грэб? Бери звезд. Нет, стой, 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 Тони! Тони, блядь, что ты делаешь, что ли? Тони! Тони, не делай так больше, я тебя умоляю. Это плохо закончится для тебя, но и закончилось, в принципе, плохо. Это что такое сейчас было здесь? Это что это, блядь? Тони, ты не сможешь жить. Ты не сможешь жить без одной руки и без одной ноги, Тони. Тони, у тебя нет вариантов. Нам нужно переигрывать, блядь, Тони. Ползи, ползи, Тони. Хотя, может быть, у него нету шансов. У него нету шансов. Так, опа, это мы берем. Это у нас... Это, блядь, иди сюда, сейчас, сейчас. Что ты делаешь, блядь? Не надо так делать. Блять, меня теперь весь монитор в слюнях, пиздец. Так, перепрыгиваем. Готово, 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 готово. Это скилл, блять. Ух, какой, сука, скилл. Я скилловый персонаж. Беги от ко мне. Крауч, приседай, Тони. Тренируй руки, Тони. Ты будешь сильным бодибилдером, я верю в тебя. Самое главное это верить. Здесь опять нужно крауч. Краучируй. Продолжай краучировать. Нет, Тони, ты же был настоящим краучером. Что с тобой произошло? На-н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 а-
как ты потерял руку, расскажи это Тони. Ты, наверное, потерял ее на войне, Тони. Или в аварии, Тони. Как это произошло, Тони? Поведай нам, пожалуйста. Тони, бензопила, блять! Да ладно, вы что издеваетесь? Дайте мне последнюю звезду. Где последняя звезда? Звезда, где ты? Опа, готова. Вот она, звезда. Бери звезду. Готова. Выход. 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 Мы победили его. Асом. Асом. Новый персонаж. Смотрите, у нас доступен новый персонаж. Кто это? Это женщина. Это женщина. Но на нее мы посмотрим уже в следующей части. Это у нас, друзья, был Short Life. Ставьте пальцы, ставьте комментарии, ставьте подписку, ставьте колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер. Обязательно комментируйте эти видео, друзья. Мне нужна активность. Канал не продвигается без активности. Вы очень сильно поможете каналу. Я вас прошу. Я вам даю настой. Обязательно напишите комментарий. Какой-нибудь, неважно какой. И поставьте палец либо вверх, либо вниз. Еще раз спасибо вам за просмотр, хорошего вам дня и до новых видео.